Сегодня предприятие является крупнейшим производителем в России СКИ-3. Но покупатели – сплошь иностранные шинники, известные по всему миру. Большая пятерка компаний, производящих покрышки для автомобилей, отгружает свою продукцию на все континенты. И в составе каждой из них есть нижнекамский каучук. Можно уверенно сказать, что Нижнекамск «Нефтехим» оставил свой след практически на всех дорогах нашего мира. Несколько лет назад компанией были предприняты ряд важных шагов для значительного увеличения мощности производства каучука СКИ-3 до 330 тысяч тонн в год. Проводились работы по этапному увеличению мощности. Сначала мы достигли мощности 280 тысяч тонн. Расшивка узких мест произошла, замена оборудования. А потом следующим этапом уже проводили работы по наращиванию мощности до 330 тысяч тонн. Это очень большое производство, одно из самых больших производств. Нижнекамский каучук не был бы столь востребован без скрупулезного отношения к качеству производимой продукции. Контроль проходит по всем параметрам, начиная от сырья, отбора анализов на каждой стадии производства до проверки готовой продукции. Каждый без исключения брикет каучука проходит через металлодетектор на выявление посторонних включений, затем взвешивается и сканируется по цвету. И только после этого, при соблюдении всех этих параметров, направляется на упаковку. Убедиться в соблюдении всех предъявляемых требований к каучуку могут и сами потребители. Для этого представители компаний-переработчиков периодически посещают Нижнекамск «Нефтехим» с надзорными аудитами. А предприятие, в свою очередь, всегда готово к такому сотрудничеству. Я пришел сюда в 82-м году, еще молодыми все. Вот. Но было тяжеловато было. Сейчас, вот сколько лет работаю, на моих глазах это все меняется. Условия труда стали легче. Вот. Ну, разрабатывают инновационные разработки, у нас прям внедряются они мгновенно. Вот. Компьютеры поставили, процесс вести стало более, ну, приятно даже работать. И только так, соблюдая все правила, Нижнекамск «Нефтехим» вот уже 50 лет планомерно выпускает свой каучук СКИ-3. Его железнодорожным транспортом, морским путем и большими автомобильными фурами доставляют во многие страны мира. Среди потребителей – Китай, Япония, Германия, Италия, Бразилия, Турция, Швеция, Белоруссия. Евгения Смоленкова, Алия Шигапова, Марина Чернышкова, Н-Медиа.